Дорогая поездка. В Казахстане подорожали железнодорожные билеты. Теперь жители страны будут платить за них на 12% больше. На повышение цен повлияло существенное удорожание стоимости топливно-энергетических ресурсов, так говорят специалисты. Тем временем жителей шахтерской столицы данная новость не радует. Мирамгуль Салкимбаева отыскала тех, кто узнал о повышении цен совсем недавно. До каких пор у нас будут очень старые вагоны? Новость о повышении цен на железнодорожные билеты облетела интернет быстро. Сразу после новогодних праздников проезд на самый безопасный транспорт стал на 12% дороже. Как сообщает акционерное общество «Пассажирские перевозки», на это повлияло подорожание энергетических ресурсов, приобретаемых для нужд пассажирского хозяйства. Стоимость технического обслуживания вагонов в среднем увеличилась на 30%. Местных жителей данное повышение не очень обрадовало. Причина тому, говорят карагандинцы, поднимать цены поднимают, а условия для пассажиров не улучшаются. Проводники топят без конца, а в вагонах все равно холодно, вплоть до того, что буквально снег лежит на одеяло. Это ненормально. Вот обратитесь, пожалуйста, в правительство, Министерство железнодорожного транспорта. Да, вот пусть они этот вопрос решают. Билеты подорожали на 12%. Конечно, это для нас, пассажиров, очень бьет по карману. Хотелось бы хотя бы за эти деньги ездить в нормальных условиях. Думаю, если повышают цены на билеты, то необходимо какие-то ремонтные работы проводить вагоны, чтобы было удобнее для пассажиров. Хоть и представители карагандинского железнодорожного вокзала давать комментарии отказались, данную ситуацию объяснил руководитель пресс-службы акционерного общества «Пассажирские перевозки» Тимур Асылханов. Так, стоимость экипировки вагонов дизельным топливом выросла на 15%, твердым топливом на 5%, водой в среднем на 14-20%. Стоимость технического обслуживания вагонов в среднем увеличилась на 30%, капитального ремонта вагонов на 40%, депосского ремонта на 4%. Какие еще подорожания будут в этом году, не знает никто. Год только начался, а цены на билеты поднимаются. А вот заработная плата жителей Карагандинской области остается как прежде. Мирамгуль Салкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.